Мальчики, что за бардак? Мне уже надоело вам делать замечания. Постели не заправлены, игрушки разбросаны, пижамы не под подушками, а вы в телефоне. Мальчики! Соня, ну ты достала, что ты к нам прицепила? Бардак, позорище, как так можно? Живете как свиньи, а ну-ка быстро убрали. Соня, отстань да и поиграй. Соня, мы поиграем, потом уберем. У вас всегда одна и та же песня. Сейчас как засядете в телефон, так и до вечера просидите, а мне потом убирать. Ого, что у меня идея. Какая? У нас в копилке достаточно денег накопилось, я не знаю, куда потратить. Ну и куда же? Соня хороший учитель для попугая, давай ей купим попугая. Она будет ему все повторять и отстанет от нас. Классная идея. Да. Ну пошли собираться в магазин. Сейчас я покажу вам попугая. Подходите, смотрите, выбирайте. Как ты думаешь, какой больше Соне понравится? Был бы розовый, ей точно бы понравился. Розовых, наверное, нету. Давай возьмем желтого. Значит, нам желтого попугая какую-нибудь красивую клетку. И все, что ему надо. О, Гоша, крыса, давай подарим ему крысу. О, она точно из дома умотает. О, смотри, какие они классные. Нам еще самый вкусный корм и парилочку. Хорошо. Сейчас посчитаем. Так. Угу. Спасибо. Пожалуйста. А вот теперь будет Соня кого учить? О, здрасте, здрасте, пацаны. Закрывай дверь, Ярослав. Георгий Сергеевич, а что это у нас такое интересное? Клетка? Это подарок для Сони. Только клетка? Мы Соне купили попугая, чтобы она не нас дезинфицировала, а попугая. О, ничего себе! Давайте раздевайте, заходите, посмотрим, что за сюрпризы. Поилка, корм. Какая красивая клетка. Попугай в коробочке попугайчик, да? Желтенький попугай. Ну, я понял. Ну что, раздевайтесь, пойду поставлю, надо, наверное, и водички набрать. Так, ребят, расскажите, а что у вас за идея такая интересная с Соней и с попугаем? Вы же все свои деньги из копилки потратили, это же не дешевое удовольствие. Соня нам постоянно твердит одно и то же. Угу. Уберите в комнате, заправьте постели. Поэтому мы решили купить ей попугая, чтобы она дрессировала не нас, а попугая. Ага, то есть вы решили, что она его будет дрессировать и заодно научит говорить? Проверим. Ну что, выпустим попугайчика в клеточку? Открывай, Георгий Сергеевич или Ярослав Сергеевич, клеточку. Только давайте птичку я поймаю, хорошо? Чтобы она не испугалась. Сильнее вверх, подвинешь такой замочек. Тут надо вот так вот на себя подтянуть. Вот здесь. И поднять вверх. Это чтобы птичка сама дверь не открывала. А то ж придешь с садика или со школы, она фур-фур и улетела. Ну-ка. Какой красивый попугайчик, ребята, смотрите, желтенький, зелененький, класс. И черненький. Все, закрывай, пусть он немножко освоится, сильно не пугайте сейчас его, хорошо?
Пусть он пока посидит, осмотрится, куда он попал, кому он попал, где еда. О, чирикает. Слышали? Где у него еда, где у него водичка. Качельку, смотри, я пробовал. Как назовем-то хоть крылатого друга нашего? Это ж парень, да? Дай тебе посмотреть. Да, помню с детства. Так, там было написано парень. В магазине? Да. Ясно, парень-попугай. Ну и как называть? Гриша. Гриша? Как ты, Георгий Сергеевич, согласен? Да. Гриша. Ну пусть будет Гриша. Гриша, привет. Ну, ребята, я думаю, для Сонечки нашей будет сюрприз. Софья Сергеевна удивится, когда придет домой. Соня, привет. Мы нашли на сюрприз. Неужели вы комнату убрали? Нет, другой. Ладно. Ну, у вас по-прежнему беспорядок. Ну, как это называется? А что там стоит там? Попугайчик, какой красивый. Это вам купили или мне? Тебе. Какой красивый. Соня, мы тебе купили попугая. Продавец сказал, если ему повторять одно и то же, то он быстро научится разговаривать. Классно. Спасибо, ребята, мне так приятно. Ну, конечно, вы бы еще комнату играли и брали, тогда бы было великолепно. Я быстро тебя всему научил. Так, значит, Гриша. Я тебя научу разговаривать. Итак, мальчики, уберите комнату. Мальчики, уберите комнату. Понял? Мальчики, уберите комнату. Мальчики, заправьте постель. Повторяй, Гриша. Мальчики, заправьте постель. Мальчики, уберите комнату. Научила тебя Соня разговаривать. Мальчики, заправьте постели. Мальчики, уберите комнату. Только этого нам не хватало. Гриша хороший. Теперь еще и Гриша нас будет доставать. Ребята, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на нас, на наш канал. И ставьте лайки. И не забудьте нажать на колокольчик. Пока-пока! Пока.